17 марта в центре Еревана собралось несколько тысяч сторонников оппозиционного армянского национального конгресса. Протестующие требуют отставки нынешнего президента страны, проведения досрочных выборов, соблюдения конституционных прав и улучшения экономических условий для граждан. Бывший президент Армении, лидер оппозиции Левонтер Петросян, предупредил власти, что возрастающее общественное недовольство может перерасти в бунт. Но он также отметил, что народные волнения будут не такими бурными, как в арабских странах. Я уверен, что то, что произошло в Тунисе, Египте и других странах, также произойдет и в Армении, и власти уступят воле народа. Но я также уверен, что по сравнению с этими странами, в Армении процесс пройдет плавно и без всяких беспорядков. Начиная с февраля этого года, Армянский национальный конгресс провел серию митингов, чтобы напомнить о президентских выборах в Армении в 2008 году, результаты которых оппозиция не признает. Толчком для волнений в Армении послужили политические изменения в Египте и Тунисе, а также плохая экономическая ситуация в стране и возрастающее недовольство со стороны жителей Армении.